Пятница, 28 июня, короче, мы... Магнит, а какой адрес-то Магнита? Вот они 12 часов 14 минут, короче, у продавцов они продают свинину, короче, в вакуумной упаковке здесь, а ценника нету, он ценник сорван. Я вас не снимаю, может, не... Это сегодня будет в Роспотребнадзор отправлено. 2024 год, 28 июня, 12 часов дня, ценника нету, короче. Ценник не выходит, что я могу сказать? Вы мне сказали 220 рублей, я запомнил. 229 рублей другое. Это не та лопатка. Лопатка. Вы сказали, вот эта лопатка? Нет, вот тут нет, совсем там другой. Тут другой. Это не эта лопатка. Сегодня не смена ценника вообще, пятница. Ну, совсем тут, но совсем смотрите, ценник в этот самый. Так сейчас нет, сейчас так нету. Так и нету. У вас сорван ценник. Что это нарушение, это не нарушение не российского не законодательства. Не нарушение, я вам еще раз говорю. Ну и нарушение, и нарушение. Что теперь? Как это в смысле? Что теперь? Мы здесь ни при чем, если ценник не выходит, то что я сделаю? Что значит это? Что значит вам все равно до российских законодательств? Ребята, вы че? Ценник не выдает. Не, это мое, оставьте, это мое. Куда вы забрали? Ну ваше так зачем сюда положили? У меня здесь курица лежит. Так я жду, пока вы определитесь, за какую цену вы мне продаете эту лопатку. Если не выходит, так что я сделаю? Вот я сейчас домой приду, я этот ролик, короче, в Роспотребнадзор отправляю.